Всем привет, друзья! Вы на канале «Вкусные истории». Сегодня я приготовлю тематический салат к празднику всех влюбленных в виде сердца. Это новый классный салат, я такой еще не делал. Мясной составляющей будет у нас красная рыба семга. Я ее сам засолил, она у меня малосольная получилась. Это сделать несложно. Вот прям берите, идите покупайте ингредиенты и приготовьте такой салат для своих любимых. Сегодня все-таки праздник. Также предварительно надо отварить яйца и морковь. И, естественно, почистить их. Беру большую красивую тарелку. Первым слоем в салате будут вареные яйца. Натираем их на крупной терке. И я буду формировать сердце. Вы можете формировать любой другой узор, не обязательно сердце. Теперь формируем четкие ровные границы, чтобы все следующие слои легли также ровно и красиво. Теперь первый слой покрываем сеточкой майонеза. Для удобства я срезал у пачки майонеза уголок и удобно так наносить сеточку. Следующим слоем у нас идет соленый огурец. Я его нарезаю тонкой мелкой соломкой. Выкладываем аккуратно на салат. Огурцы также смазываем сеточкой майонеза. Следующим слоем идет у нас красная рыба. Я ее нарезаю мелким кубиком. Маленькие кубики семги выкладываем следующим слоем на салат. Этот слой также немного промазываем майонезом. Следующим слоем у нас пойдет зеленый лук. Я его нарезаю мелко, как обычно. Зеленый лучок выкладываем сверху на семгу. Еще немного майонеза. И последний слой у нас будет вареная морковь. Натираем прямо на салат и распределяем ее полностью сверху и по бокам равномерно, чтобы получилось красивое яркое сердце. Теперь украшаем его помидорками черри. Нарезаем их пополам и выкладываем на салат в форме сердца. Вот такая вот красота получилась. Мне хватило 6 помидорок черри. Все зависит от размера вашего салата. Вот такой вот красивый тематический салат у меня получился к празднику. Такой салат можно подавать на праздничный стол и делать абсолютно любую форму. Я уже попробовал, это очень вкусный салат получился. Отличное сочетание всех продуктов. Советую вам обязательно приготовить по этому рецепту. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий. Делитесь этим видео в соцсетях. Всем приятного аппетита. Пока-пока.